Здравствуйте, уважаемые любители волейбола. На спортивном канале НТВ Плюс прямая трансляция матча 14-го чемпионата мира по волейболу с участием женских команд России и, как вы видите, Аргентины. Этот матч проходит в Ризе, в небольшом городке неподалеку от Дрездена. Сейчас мы с вами видим стартовый состав команды Аргентины. И надо его срочно переписать. Так вот, неподалеку от Дрездена, в восточной части Германии, именно в этих городах, как вы знаете, эти два города наиболее сильно пострадали от недавнего наводнения. Но, слава богу, чемпионат мира идет своим чередом, и ничто не может мешать встречам сильнейших команд мира на высшем уровне. В этой группе С на предварительном этапе выступают в общей сложности 6 команд. И после 3 дней чемпионата мира положение в нашей группе довольно-таки в некотором смысле удивительное. Дело в том, что после поражения от американок наши девушки на данный момент находятся в группе лишь на 3-й позиции. После тех же американок, не имеющих поражений, и команды Пуэрто-Рик, которая также 3 первых встречи провела очень уверенно, но не играла, провела их с аутсайдерами, так скажем, нашей группы, не играла пока сильнейшими сборными. Как раз сегодня проводит свой матч против сборной США, видимо, потерпит первое поражение. Наши волейболисты в случае удачи в сегодняшней встрече против аргентинок передвинутся на вторую позицию, что, собственно говоря, мы, естественно, вправе ожидать и не смеем в этом сомневаться. Хотя, как вы знаете, следующий этап соревнований выходит по 3 команды из каждой группы. И, в общем, ничего зазорного в 3-м месте тоже нет. Про встречи этих двух сборных, сборных Аргентины и России, предыдущие, так скажем, вообще и на чемпионат мира в частности, история умалчивает. Главным образом в силу того, что наш сегодняшний соперник, вот вам представляют Каролину Кастагранде, второй номер сборной Аргентины, ее капитан и безусловный лидер, я чуть позже подробнее остановлю ваше внимание на персоне. Вот сегодняшний соперник наш ничем себя на международной арене не проявил. Про сборную Аргентины известно только, что, как я уже сказал, она номер 13 на 15 июля нынешнего года в мировом рейтинге. Не такая уж далекая позиция. В ее составе играют 3 волейболистки из итальянских, как вы знаете, очень сильных клубов. И еще то, что в чемпионате мира аргентинки уже принимали участие, но ничем себя до сих пор не проявили. Пока. Кстати, единственная команда из всех 24, выступающая на нынешнем первенстве, ни разу в своей истории еще не играли на таких крупных турнирах гречанки. Ну, а вот здесь, знаете, они выступают очень удачно, это их дебют на мировом первенстве. Но 3 победы в 3 матчах над командами Таиланда, Австралии и Польши. И практически гарантированная путевка в следующий раунд соревнований. 54 очка набрала, как видите, Екатерина Гамова в предыдущих 3 встречах сборной России. И именно ее вклад, конечно, в копилку наиболее, для нашей команды наиболее весом. Главный арбитр сегодняшнего матча нам его сейчас представляют с вами. Да, кореец Дон Вот Джу. И помогает ему Петер Охник на противоположной стороне площадки. Все решения относительно спорных ситуаций будет принимать именно он. Представление команд. Нашей сборной под 3-м номером вышла первая Анастасия Беликова на площадку, под 7-м Наталья Сафронова, под 9-м Елизавета Тищенко, под 11-м все-таки Екатерина Гамова, под 12-м основная связка Татьяна Грачева и
под 14-м Елена Плотникова. Либеро сборной России на этом турнире. Функции свободного защитника выполняет Елена Тюрина, наш самый опытный игрок, 31-летняя волейболистка. Главный тренер сборной России Николай Васильевич Карполь. А это уже команда сборной Аргентины таким вот образом выбегают на площадку девушки под вторым номером. Та самая Каролина Костагранде, первая вышла на площадку, капитан команды. Затем второй номер, третий номер у Марианы Канде, четвертый у Рамины Ламас, пятый у Микаэлы Вогель, восьмой у Натальи Бруза. И 14-й номер носит на майке Мирна Ансалди. Вот это вот стартовый состав сборной Аргентины. И тренирует команду Клаудио Куэлла, также местный специалист аргентинский. Вот команда расположилась сейчас уже на площадке в том сочетании, в котором числится фамилия волейболистов в заявочном списке на этот матч, в соответствии с номерами, которые они должны занимать на волейбольном корте. И Татьяна Грачева готовится первой выполнить подачу в этом матче. Ну, конечно, мы с вами ожидали, что россиянки обыграют тенийку. Вчерашний матч, который мы, к сожалению, с вами пропустили, так оно и случилось, со счетом 3-0, убедительная победа. И во вчерашней игре Николай Васильевич Карполь дал поиграть практически всем нашим волейболисткам, задействовал почти полностью и основной резервный составы. Ну, первое очко в этом матче видели, взяли аргентинки и потом ошиблись на подаче. Провела вчерашний матч частично и наш капитан Евгения Артамонова. Провела она лишь первую партию, затем уступила свое место, набрала два очка, кстати говоря, и уступила свое место на площадке резервному игроку, доигровщику сборной России Елене Годиной. Лена, в свою очередь, стала самым результативным игроком в нашей команде, набрав 17 очков. Ну и вот сегодня, знаете, пришло неприятное известие из Германии на тренировке. Вот перед этим матчем Женя Артамон, наш лидер и капитан. Ну, боюсь, конечно, говорить такие уже резкие слова, но что-то у нее случилось со спиной. Врачи пока еще точно не могут сказать, что именно. Подозревают, что смещение позвоночного диска. Но в любом случае, в ближайшие дни покажут, насколько эта травма серьезна нашего лидера. И вернется ли Женя в строй. Во всяком случае, в сегодняшней игре наверняка можно сказать уже, что мы Евгению не увидим. И на ее позиции, как мы видим, играет Наталья Сафронова, кто сейчас неудачно атаковал седьмой номер россиянок в непривычных пока еще для нас форме синего цвета выступает российская команда на этом чемпионате. Ну и еще какие изменения у нас сегодня в составе стартовом произошли. Пожалуй, это все. Все остальные волейболисты обычно начинали матчи. И вот на этом турнире, на чемпионате мира в том числе. Ну а потом уже по ходу игры могут, конечно, происходить, и наверняка будут происходить многочисленные замены в составе нашей команды. Будем надеяться, что этот матч сложится для нашей сборной несложно, и у Карполя будет возможность маневрировать составом и пробовать разные варианты сочетания игроков. К слову сказать, сегодня, сразу пользуясь случаем, хочу отметить, что одной из наших вот резервных волейболисток, которая приехала в состав сборной России на этот чемпионат, Анжели Гурьевой, исполняется 2 года именно сегодня, в этот день. Мы ее, конечно же, поздравляем, думаю, от лица всех любителей волейбола, и желаем стать в будущем такой же замечательной спортсменкой, наверное, как Женя Артамонова. Ну, ни в чем ее, конечно же, не повторяя. И
может быть, даже еще и лучше превзойти. Хотя это очень сложно. 6-5 минимальный перевес сборной России на первых минутах. Атака сейчас в центральной зоне в исполнении аргентинской команды. И мяч ложится точно под линию. Счет равный 6-6. Но сборная Кении, в общем-то, явный аутсайдер, конечно, нашей группы. Команды, которую мы обыграли вчера с этим счетом 3-0. А вот команда Аргентины, если смотреть, она только играла здесь, то после трех дней соревнований аргентинцы имеют на своем счету одну победу как раз-таки над Кении со счетом 3-0. С американцем в первый день турнира они оказали очень достойное сопротивление, хотя и уступили в трех партиях, но борьба все время заходила за 20 очков. Сборная Аргентины набирала 21, 23, 21 вновь очко в каждой из партий, соответственно. Так что, зная, какую силу себя представляет нынешняя американская команда, совсем неплохой результат для Аргентины. Но, тем не менее, думается, на следующий этап, в следующий этап все-таки сборная Аргентины вряд ли попадет, поскольку в стыковом матче они вчера уступили своим главным соперницам из Пуэрто-Рико. Зачем? Слушаем Карпуля. Чтобы не знали, как играть? Она же не бьет, она с задней линии подошла, перебрасывает мяч. Нужно немножко соображать и думать. Сафронова, ну с такой игрой я тебя держать не смогу. Просто не смогу. Дальше. Принимать умеет один человек, номер два. В него не подаем. В либеров кого угодно подаем, но не в номер два. Все. Да, номер два это... Номер два это, как вы поняли, та самая Каролина Кастагранде, безусловный лидер, капитан сборной Аргентины. Она отлично себя проявляет и в защите, и на приеме на этом первенстве. Играет она за один из итальянских клубов. Ей всего-навсего 21 год. Но игрок абсолютно универсальный. Самое ценное, наверное, качество волейбольное. Абсолютно ровно с блестящей общей игрой. И насколько хороша Каролина в защите и на приеме, настолько же она больше всех очков приносит своей команде и в атаке. Например, во вчерашнем... Вот в матче против сборной США, я смотрю, она набрала в атаке 15 очков. Безусловно, безоговорочно лучший результат сборной Аргентины. Для сравнения, Джульетта Борхи, которая в сегодняшнем матче участия не принимает, всего лишь 7 в том матче очков сумела заработать. Таким образом, вот явный лидер сборной Аргентины. Вот на наших экранах как раз Каролина Кастагранде. И вот если продолжить сравнение, то Каролина, я сказал, лучше в защите. Для сравнения, наша Елена Тюрин, наш либеро, вот на этом, в этом волейбольном компоненте находится всего лишь на, представьте себе, 70-м месте среди всех участниц чемпионата. Ну, это очень, конечно, место низкое, недостойное наших великолепных волейболистов. Что там у виной и причиной? Видимо, вот та самая неуверенная, неубедительная игра против американок. Хотя после вчерашнего матча со сборной Кении, как мы знаем, Тюрин еще недавно занимала в этом списке лучших защищающихся 56-е место, а после вчерашней игры с Кении опустилась вот, на 70-ю позицию. Ну что же, 10-9, и пока мы слышали вот упреки Николая Васильевича Карполи в адрес Натальи Сафроновой, которая заменяет в этом матче нашего капитана. Ну, пока у нее не ладится игра, откровенно скажем. Вот она на ваших экранах. И счет равный в начале первой партии. Аргентинки, судя вот по началу этого матча, вовсе не собираются заранее нам в
чем-либо уступать и пасовать без, безусловно, фаворитом этого матча. А вообще, если смотреть шире, то и всего чемпионата, тем не менее, сборная России, будем надеяться, что Женя Артамонов вернется еще в игру и в наш состав. И, конечно, только при этом условии сборной России можно по-прежнему считать фаворитом чемпионата. Даже не хочется думать о том, что будет, если мы потеряем Женю. Это не половина команды, это большая половина команды для нас. Ну и счет равный. Ошибка на подаче. Видите, Елена Плотникова на этот раз отправила слишком далеко мяч. За пределы поля счет сравнялся вновь. И вот, наконец, мы видим убедительную атаку в исполнении Натальи Сафроновой. Очень приятно в двойном блоке. Она атаковала и принесла сборной России 12-е очко. Четкий прием в исполнении третьего номера аргентинской команды Марианы Конде. И затем отыгрыш мяча от рук блокирующих. Как следствие, 12-е очко в копилке аргентинской команды. Ну, в общем-то, уже больше трети партии позади. И хотелось бы, чтобы наши девушки, даже в отсутствии своего лидера, Евгений Артамоновой, потихонечку начинали наращивать обороты, улучшать свою игру. И, естественно, от Аргентины мы должны потихонечку отрываться. Хотя, если вспомнить матч вновь, к которому я уже сегодня возвращался, мысленно, встречу сборных Аргентины и США в первый день чемпионата, то я уже говорил, в какой борьбе тот матч проходил. Ну вот, наконец, и блок наш начал постепенно работать. Закрываем вновь эту атаку. Канде была из второй зоны, и мы с ней справились. Выиграли 15-е очко. Наташа Сафронова вняла словам главного тренера и стабилизировала игру. В атаке мы несколько очков принесла команде. Сейчас вынудила ошибиться на подаче соперниц. В четвертой зоне блок. В четвертой наладить. Мы не можем поставить его правильно. Быстрее переходить. Особенно номер два. Номеру два будет пасовать все время в четвертую зону. Внимательно караулить ее на блоке. Там. Все. Ну, в общем, я могу совершенно с чистой совестью уклониться от каких-то подробных разборов технической стороны. Разборов технической стороны матча, поскольку вы это лучше гораздо меня все узнаете из разговора Карполи со своими подопечными. Всякий раз очень четкий расклад сил на данный момент. И рекомендации нашего тренера, как надо девушкам играть в дальнейшем, на кого подавать и кого постараться выключить из игры в составе наших сегодняшних соперниц. Ну, конечно же, еще раз повторю, Каролина Костагранде. Она замечательно держит прием. Вот видите, подача, естественно, последовала в Мариану Конде, третьего номера. Она с большим трудом справилась с своей задачей. Не справилась плохо. И в результате у нас была доигровка, которую прекрасно выполнила Лизавета Тищенко. Наконец, вот к чему призывали мы наших волейболисток, то и произошло. 17-е очко мы выиграли. И минута аргентинского специалиста Клаудио. Да, я не представил вам либеро аргентинской команды под 12-м номером на ваших экранах. Марианелла Робинет выполняет функции свободного защитника сборной Аргентины. Я говорю о том, что сборная Аргентины вряд ли, если, конечно, она вдруг не сотворит суперсенсацию, не обыграет сегодняшний матч россиянок, вряд ли пробьет следующий раунд соревнований, поскольку в таковом матче аргентинки уступили как раз те команде Пуэрто-Рико на тайбрейке, после чего пуэрториканки вышли на второе место в нашей группе С, опережая пока
надеюсь, что временно, даже сборную России, имея 3 победы в 3 матчах. Ну и Аргентина находится сейчас с 1 победой на 4-м месте в группе С, и так, судя по всему, на нем и останется. В счете 19-12. Вроде бы все проблемы, будем считать, решены для нашей команды в стартовом сете. И минута за минутой последний из полагающихся сейчас вынужден был взять Клаудио Куэлла. Все еще надеюсь что-либо изменить в неудачном течении этой партии. Команда проигрывает. Но после абсолютно ровного начала, счет, не помню, был совсем недавно еще 12-12, аргентинки, видимо, наши девушки усилили давление, мы видели, как это произошло, и аргентинки не справились. С этим рывком нашей команды. Сейчас уже отдают просто очко за очком, фактически без борьбы. Уже счет вырос до 8 очков в нашу пользу. После этого Наталья Сафронова только впервые ошиблась на подаче, отправив мяч в аут. Но и так выполнила очень продолжительную серию удачных подач. Видимо, равное начало матча объясняется, конечно, тем, что сборная России впервые на этом чемпионате начала матч без своего капитана, без Евгении Артамоновой. И, может быть, поэтому наши девушки некоторое время пребывали в растерянности. Одно дело, когда, допустим, капитана меняют по ходу матча, когда уже, как вчерашний матч было со сборной Кении, когда уже, собственно, расклад сил ясен и все понятно относительно окончательного итога. А совсем другое — начинать матч без капитана и лидера. И, видимо, с этим все и связано. Какая-то подавленность наших волейболистов в первые минуты. Ну а сейчас 22-14. Ну и в атаке Каролина Костагранда, вы видели, как она атакует и выигрывает еще одно очко для своей команды. 22-15, замена сборной Аргентины Жилета Борхи вместо Рамины Ламос. Ну и еще также двойная замена произошла в команде. Все еще надеется Клаудио Куэлла что-то сделать, что-то предпринять. И борется до конца. Ну, собственно говоря, правильно делает. Так оно и должно быть. Тем более в матче чемпионата мира. Даже аутсайдеры заведомые не должны признавать. По крайней мере, не показывают. Потому что признают преимущество фаворита и готовы ему уступить без боя. Ошибка Кати Гамовой на подаче. 23-16. Но скидка. Но сейчас очень все легко складывается для россиянок. Вы сами все видите. И Лена Плотникова, не самый, прямо скажем, результативный игрок в составе сборной России, приносит нам 24-е очко. Ну а вот эта связка Селина Круз, связующая и Мирна Ансалди, футболистка первого темпа сборной Аргентины, в данном случае не сработала. Нет, это была Наталья Бруса, как мы видим, но мяч послала в аут. 25-16, и мы побеждаем в первой партии. Что можно сказать, так бы и дальше
послушаем, Пожалуй, что когда скажет ты увидела ее, что она рядышком с тобой вот это вот, да? Нет, убрали из эфира нашего главного тренера. Катя, ну нельзя же просто такой рукой бить. Катя, нужно вот так поставить, чтобы закручивать кистью. Закручивать. А просто бить как палкой нельзя. Уже две не подашь. Уже пять не подашь. Статистика первой партии на ваших экранах. Думаю, тут все понятно и очевидно. Много ошибок на подаче, но это уже привычная достаточно картина. Хотя, вроде бы, в этом матче, где волнение не сковывает действия игроков, могло быть все-таки ошибок и поменьше. Мы помним, что в матче против сборной США, проигранном нами на тайбрейке, к сожалению, сборная России только с подачи чисто отдала соперницам 25 очков. То есть проиграла целую партию. Еще раз об этом напомню. Конечно, огромный процент брака был допущен в этом компоненте волейбола. И над этим, конечно, предстоит работать, как-то стараться стабилизировать подачу нашим волейболистам. Елена Тюрина, заслуженный мастер спорта еще Советского Союза, чемпионка мира 90-го года. Чемпионат мира 90-го года, последний чемпионат, на котором мы становились первыми. Но это еще была советская команда. Сборная России пока была только третьей на чемпионатах мира. И было это на двух последних как раз первенствах в Сан-Паулу в 94-м году и в Токио 4 года назад. Пора уже, конечно, продвигаться и повыше. Тем более, что наши основные вроде бы конкуренты с острова Свободы, вы знаете, сейчас не в лучшем своем состоянии находится. И вроде бы нам и карты в руки. Самое время перевернуть все в мировой табели о рангах, не только вот на таких турнирах, как Гран-при или чемпионат Европы, но и заявить себе во весь голос уже и на мировой арене. То, что, собственно говоря, нам давно причитается взять. Давно и по праву причитается. В Сиднее не повезло немножко в финале против Кубы. Но здесь-то Кубы такой нет. Впрочем, есть, появились за эти два года прошедших несколько новых интересных команд. В том числе сборная Италии, ну и Америка. Это уже традиционный фаворит крупнейших первенств последнего времени. Началась вторая партия и началась вновь удачно для россиян. Началась в сравнении с предыдущим сетом удачно для россиянок. 3-0 мы сразу же завладели преимуществом. И вновь неудачные действия на приеме наших соперниц. И четвертое очко. Ну, прям не верится, что мы можем так легко и непринужденно играть после вот этого тревожного начала первого сета. А так Таня Грачева как вышла на подачу, так и остается там они на протяжении уже первых разыгранных четырех очков. Только сейчас аргентинкам удалось провести хорошую атаку. Ну и кто был вы видите, острие ее, естественно, Каролина Костагранде принесла своей команде первое очко. Закрывает блоком в центральной зоне Тищенко аргентинки. 4-2. Кстати, если говорить про Татьяну Грачеву, к сожалению, с пасом у нас тоже здесь дела обстоят не лучшим образом пока. И из 24 основных связок, 24 команды выступают в чемпионате, основных связующих игроков, Татьяна Грачева, к сожалению, находится лишь на 22-й позиции. В сегодняшнем матче пока еще не выходила на площадку Ольга Чуканова. Хотя до этого она во всех матчах принимала участие попеременно. Грачева и Чуканова выходят на площадку, как мы знаем.
Ну вот сегодня пока действиями Татьяны, видимо, доволен наш тренер, и поэтому оставляет ее на площадке, дает, видимо, наиграться в волю. 7-2, ну развалилась абсолютно аргентинская команда. Посмотрите, 8-е очко с подачей и никакого приема вообще более-менее приличествующего у аргентинок сейчас нет. Что произошло с командой, просто остается лишь гадать. Ну, я сказал Грачу, пока 22-я в списке лучших следующих. Но зато хоть в одном компоненте у нас есть преимущество. Это не может не радовать. Екатерина Гамма имеет лучший процент результативных атак из всех волейболистов, участвующих в чемпионате мира. Ну, Катя Гамова и во вчерашнем матче против Кении, несмотря на то, что провела только одну партию, успела набрать за это время только стартовый сет 9 очков. 8-2, техническая пауза в игре. Но если продолжать рассказ про сборную Аргентины, то сейчас, видимо, это все-таки вторая по силе команда Южной Америки после бразильянок. Вы помните, конечно, что была еще сборная Перу в свое время. Это лучшая команда континента середины 80-х и конца. Последний раз, вы помните, конечно же, финал 88-го года в Сеуле против сборной Советского Союза, проигранной перуанками лишь на тайбрейке. После того, как они вели 2-0 и 12-6 в третьей партии. Ну, и после этого вот сошла плеяда замечательных волейболистов этой страны. И, в общем-то, и сборная Перу постепенно скатывалась вниз. И последний раз некогда сильная сборная засветилась на Олимпиаде в Сиднее, где бесславно выступила в подгруппе. И на этот чемпионат мира она уже не попала. Сборная же Аргентины пробилась сюда. Пробилась из отборочного турнира, который проходил в Сан-Паулу, и в котором наряду с ней выступали сборные Мексики, Бразилии, Аргентины. Сборные Бразилии, Венесуэлы и как раз таки Перу. И заняла в этом турнире второе место, уступив бразильянкам в очной встрече 0-3. Ну а заняв таким образом второе место, и вот Бразилия, Аргентина попала сюда. Перуанки же проиграли абсолютно все матчи вот в этом микротурнире. Ну а третья латиноамериканская команда на этом чемпионате мира — это сборная Мексики. Она в другом отборочном соревновании опередила команду Венесуэлы. Таким образом, я уже говорил, три команды от Южной Америки и восемь от Европы, в том числе вот и россиянки, играют здесь. Если уж я об этом заговорил, давайте вспомним, кого сумели наши обыграть в отборочном турнире. Да, это были сборные Украины, Дании и Австрии. Наши легко во всех матчах одержали победу 3-0 и отобрали с ней чемпионат. Ну и во второй партии 10-5 сейчас счет в пользу нашей команды. А тем временем, знаете, проходит матч в Шверине в группе Б, параллельно вот этому, который играется в Ризе между командами России и Аргентины. И на данный момент закончилась, точнее говоря, уже игра сборных Кубы и Египта только что, буквально с счетом 3-0 за 33 минуты. Нет, чуть больше, за 50 минут. В общей сложности кубинки без труда обыграли египтянок. Ну и еще, вот, наверное, следует привести из матча сегодняшнего дня такие результаты. Голландия, как вы видели, проиграла кореянкам 0-3. Кения уступила Доминиканской республике с таким же счетом. Гречанки проиграли Бразилии также со счетом 0-3. Но сегодня, видите, сухие победы фаворитов все больше были зафиксированы. Но в одном матче произошла, скажем так, мини-сенсация. В группе А японки, начавшие турнир с довольно-таки неуверенно. После трех матчей у них была всего лишь одна победа.
и в своей группе они находились на четвертом месте. Вот сегодня они обыграли сборную Болгарии со счетом 3-1. Болгария до сегодняшнего дня ни разу не познала горечи поражений на чемпионате мира в группе А в Мюнстере. И находилась в подгруппе на втором, делила, точнее говоря, первое место с явными фаворитами этой группы — итальянками. Ну и вот сегодня первая осечка сборной Болгарии. Таким образом, в этой подгруппе борьба, я уверен, будет самой упорной и острой из всех четырех предварительных микротурниров. Наталья Сафронова была на наших экранах, а выиграла это очко для нашей команды. Наталья ушла на подачу, выиграла очко Екатерина Гамова. 14-7. Мы впереди во второй партии. Можно так играть в современном волейболе. Вы видите, аргентинка ногу подставила под этот мяч и вернула его в игру. Очень удачно мне получилось, не считая того, что дальше, конечно, мы провели хорошую атаку и выиграли уже 15-е очко. 15-7. Наталья Сафронова продолжает подавать. После не совсем уверенного начала задержан мяч сейчас при выполнении второй передачи. И счет 16-7, второй технический перерыв. Во второй партии Наталья Сафронова не очень удачно, прям скажем, начала этот матч. А затем, в общем, как и все, наверное, ее подруги. Да, это вновь показан нам эпизод, когда четвертый номер Рамина Ламас, Ламас, как бы правильно, подбила мяч ногой. Практически любой части тела можно играть в современном волейболе, вы это знаете. Ну и, в общем, сборная России оказала, где-то начиная с второй половины первой партии, по данную минуту, такое давление на аргентинок, что они в конце концов, мне кажется, не выдержали этого давления и надломились. Так ли это, нет, или я спешу, все-таки опережая события, покажет сейчас дальнейшая игра. Ну, давайте вот внимательно сейчас последим за тем, что происходит на площадке. Вот здорово сыграла, безусловно, в защите аргентинская волейболистка, но затем удар в аут. И той самой Каролины Костагранто, как мы видим, не всегда она точна. Иногда приходится ей ошибаться. Ну и Наталья Сафронова продолжает исправно делать свое дело. Подача за подачей. Очень здорово она сегодня, прям скажем, подает. И наверняка поправит свои статистические дела. Вот в сводке лучших чемпионата в разных элементах волейбола, в том числе на подаче. Наташа Сафронова уже вторую серию такую сумасшедшую выдает, что аргентинки никак не могут справиться с приемом мяча. Количество удачных и неудачных поставленных блоков у нас больше половин, как вы видите. Аргентина в этом смысле также, как и во всем остальном, заметно отстает от нашей команды. Возвращается в инвалидке на площадку. Смотрит, вот Лиза Тищенко разбирает вместе с Катей Гамовой нападающих противоположной команды, кого надо в первую очередь закрыть на блоке. Все вроде бы было ясно, все разложили как по полочкам, но в игре оказалось немножко все посложнее, хотя Наташа Сафронова вновь выполнила хорошую подачу. Но очком мы проиграли. 8-18, через десяток, как говорится, разрыв. И вновь на Катю Гамову. Но да, конечно, Катя сегодня без труда делает свое привычное дело и тоже улучшает свои индивидуальные показатели в этом матче. Ну и вот впервые Ольга Чуканова, если не ошибаюсь, в этом матче выходит на площадку, заменив Татьяну Грачеву. Также на подачу ее выпустил Карполь при счете 19-8.
Да, ну что ж такое, не разобрались немножко Тищенко и Гамова. Но в результате Катя, вы видите, своим ростом, с высоты своего, так скажем, положения, даже в проигрышной вроде бы изначальной ситуации, вот, мяч был неудобный, конечно, на самой сетке. Ты видишь, что не она, ты подстрахуй! Ну, она вот в этой ситуации. Ты играешь в этой зоне всегда. На блоке все скидываешь в сторону. Внимательно, такие мячи нельзя проигрывать. Эта ситуация, молодец, она проявила себя с лучшей стороны. Вновь нам дают статистику Екатерины Гамовой и удачное количество атак на чемпионате. Видите, 48. А вот как горячится аргентинский тренер Клао Ди Куэлло. Ничего не получается у команды в самом деле. По неволе тут расстроишься. Чем-то сейчас напомнил Карполи, аргентинский специалист. Ну и 28, и вновь не прием. Но только сейчас немножечко, да, поторопилась Катя. Нет, касания сетки у нее не было, а просто, в общем, она помешала выполнить вторую передачу. Перенесла руки на сторону соперниц несколько раньше, чем это разрешено волейбольными правилами. Это можно сделать только уже во время нападающего удара на третьем касании. Второму касанию мешать нельзя в волейболе. 29, тем не менее, счет настолько, разрыв в счете настолько велик, что боюсь, что этот матч, если так будет продолжаться дальше, побьет все рекорды. Например, вот можно сказать, что самый короткий, короткой игрой пока на чемпионате мира получился матч как раз таки вчерашний сборных России и Тени. Он продолжался всего 52 минуты чистого времени. И на нем присутствовало, к слову сказать, более 2000 зрителей. А вообще, наилучшая посещаемость на матчах чемпионата наблюдается в Мюнстере, там, где играет сборная Германии, команда группы А, как следовало ожидать. Но, в общем, на матче команд этой группы собирается даже в среднем 1005 зрителей. Отличный показатель, я считаю. Хотя большинство залов и более вместительными являются, как мы видим. Но 24-е очко приносит сейчас Екатерина Гамова сборной России чисто с подачи. И при таком счете будет подавать на сет. Кюрина здорово подставила руки в защите. И думаю, теперь со своего 70-го места переместиться несколько повыше. А мы выигрываем благодаря этому 25-е очко. И со счетом 25-10 вообще без какой-либо борьбы и сопротивления со стороны аргентинской команды одерживаем победу во второй партии. Так вот, я разрекламировал вам перед началом матча Каролину Костагранде, капитана и лидера аргентинской сборной, но в сегодняшней встрече, собственно говоря, иначе и нельзя было ее вам отрекомендовать. В самом деле, она неплохо до сих пор здесь играла. Но в сегодняшней встрече пока Каролина Костагранде часто ошибается, как мы видели в последнем розыгрыше, вот в предыдущего сета она провела мяч в аут. И в целом вся команда, видимо, при такой вот неуверенной игре своего лидера тоже развалилась.
А вот вновь мы видим, как атакует Костагранда, и двойной блок закрывает ее атаку в очередной раз. А затем вновь интересный такой момент, поэтому мы его вновь и вновь с вами наблюдаем. Рамина Ламос сыграла ногой. Ну, редкий случай достаточно в волейболе. Ну, в вчерашнем матче мы уже рассказывали, Евгения Артамонова была заменена, но здорово себя проявила Елена Годин, набравшая 17 очков. А сегодня на ее месте играет Наталья Сафронова. Вся разница между Сафроновой и Годиной заключается в том, что Сафронова номинальная доигровщица, то есть волейболистка с приемом. В то время как Лена Година, в общем, освобождена от защитных функций в основном и работает только на атаку, так же, как, к слову, Катя Гамова. И с этой точки зрения она, конечно, менее полезна команде. Держать прием, вот что нужно в первую очередь. Мы и так видели, что с этим у нас не очень пока хорошо обстоят дела на турнире. А Женя Артамонова наряду с Тюриной и Плотниковой являлась одной из основных принимающих в нашей команде. Вот заменить ее на этой позиции, если в случае чего вдруг это понадобится, конечно, будет крайне сложно. Могла бы, безусловно, нам помочь Наталья Морозова, но сюда, на этот чемпионат, она по каким-то причинам не приехала. Может быть, обострилась травма. А ситуация пока такова, что Година может в случае заменить Артамонову на позиции доигровщицы в атаке лучше. Но Сафронова лучше играет, чем Година, на приеме. Таким вот образом, полноценного одного игрока на эту позицию, второго запасного, как я понимаю, у нас нет. Смотрим на повтор этого эпизода. Вновь Наталья Сафронова атаковала. И видите, вновь не очень удачно. Слишком низко направила она мяч. Было очень хорошо видно. Едва над тросом он летел. И блок без труда, в общем, справился с атакой. Блок аргентинской команды с атакой Наташи. Будем надеяться, что это временная неудача. 1-1 сравнивается счет после этой быстрой скоростной атаки в центральной зоне. И Лиза Тищенко здорово играет в защите Кирины Гамова. Да, впечатление такое было, что мяч, может быть, улетит за пределы площадки, но Катя точно отправила его в перекрестие боковой и лицевой линии. Принесла нашей команде уже второе очко. Кто это был у аргентинок? Восьмой номер Наталья Брус, игрок стартового состава, атаковала первым темпом сейчас после передачи Селины Круз. Плохой прием Сафроновой. И что будет дальше? Ну, атака в трос. Аргентинки не воспользовались нашим подарком, ошибкой на приеме, и не сумели выиграть четвертое очко. Но по-прежнему пока они лидируют в третьей партии 3-2. Вот вновь в наших экранах Костагранда. И вновь мы, наш блок справляется с атакой Каролины. В этом матче вычислили мы лидера аргентинок. И, в общем, удивительно то, что не сумели этого сделать американки в первом матче. В том матче, как я уже говорил, Костагранда набрала 17 очков в общей сложности. А вот так вот мы закрываем ее атаку тройным блоком в сегодняшнем матче. Мяч туда вверх, ведь била вниз, ясно? Поэтому блок. Чуть подальше, не передача. Внимательно на блоке еще раз. Руки вверху. Контролируй себя, не внизу. Одно можно пожелать нашей команде, чтобы так же вот легко и непринужденно у нас складывались и все
остальные матчи, которые предстоит провести на этом турнире, как вот сегодняшний против Аргентины. Пока действительно мы играем хорошо, и все слажено у нас получается. Замена у Аргентины. Третий номер вышел на площадку. Мариано Конде заменила на десятку Джульетту Борхи. Ну и вот все-таки Каролина Кастагранде напоминает о своих бомбардирских качествах. Очень сложная была ситуация для Селины Круз, следующего игрока, но она справилась, и с ее хорошей передачи Кастагранде выиграла. И еще одно очко. Ну, Алексей Мельников уже сегодня в первой трансляции останавливался подробно на положении в группах, сложившейся вот к этому моменту на чемпионате мира. От себя добавлю, ну, вот, что самая упорная борьба развернулась в группе А. И теперь вот за путевку, ну, там понятно, что Италия, судя по всему, с первого места выйдет в следующую часть соревнований из этой группы. А вот сборные Японии, Болгарии и Германии будут бороться, судя по всему, до последней капли, ну, если так можно сказать, крови за выход в следующий раунд соревнований. Имеют примерно равные шансы. Они после сегодняшней победы, еще раз напомню, сборная Японии над Болгарией со счетом 3-1. Кстати, в нашей сегодняшней программе будет еще один матч. Вы увидите в прямом эфире его. Если не начнутся матчи на открытом первенстве США по теннису, которые вновь отложены, перенесены из-за проливного дождя, то в таком случае в 22:30 спешите видеть матч как раз стыковой, очень интересный, одних из фаворитов группы А, сборных Германии и Италии. Этот матч также очень много прояснит с точки зрения турнирной ситуации в этой подгруппе и дальнейших перспективы, в первую очередь, сборной Германии на своем домашнем чемпионате мира. Что-то ты должна играть! Просматривай, учись! Внимательно подачу держи, все! В группе Б за третью путевку, ну, в общем, силы подгрупп команд, играющих в той или иной группе, естественно, разнится. Отличается сильный состав, соответственно, турнирная ситуация разная сложилась. В группе Б вот практически определились, наверное, две команды, которые выйдут в следующий раунд соревнований. Сборная Кореи, судя по всему, с первого места, и кубинки со второго. А вот за третью путевку поборются, надо полагать, голландки и канадки. И все решится в их очной встрече. Ну а в двух других группах, здесь в группах А и в группе Б, есть серьезная борьба за выход в следующий круг. А в двух других группах, первого предварительного этапа чемпионата мира, С и Д, ситуация, в общем-то, яснее быть не может, на мой взгляд. В группе С американки и россиянки должны занять первые два места, а пуэрториканская команда, судя по всему, получит третью путевку во второй раунд, имея в своем активе три победы уже. Ну а в группе Д Китай, Бразилия, безусловно, безоговорочные лидеры. И, скорее всего, гречанки, уже также одержавшие здесь три победы. Отличный дебют греческой команды на чемпионате мира. Также, скорее всего, выйдут в следующую стадию соревнований. Атака точная в исполнении пятого номера сборной Аргентины Микаэлы Водиль. С большим запасом мяч опустился на нашей стороне. Но сейчас атаковала Лена Плотникова из-за трехметровой. Отличный удар, сильный очень. Еще раз смотрим.
А, нет, это уже концовка эпизода и момент, когда аргентинцы могли выиграть очко, но помешал наш блок. Потому что с ударом Лены Плотниковой здорово они в защите справились. И только за счет блока нам удалось затем остановить их атаку. Ну а теперь вновь работает блок и вновь бьется в эту глухую стену пятый номер сборной Аргентины Микаэла Водель. Больше уже ей сейчас не доверяет Рамина Ламос. Право на атаку, пытается разнообразить игру своей команды, выводит на атакующий удар поочередно эту волейболистку, затем Каролину Костагранде, но все тщетно. Мы набираем очко за очком, в первую очередь благодаря, конечно, блоку вот в эти последние минуты. При счете 12-5 Карполю сказать нечего, естественно, что тут скажешь, все сегодня само идет в руки нашей команде, победа, я имею в виду. Ну, а паузу, как вы понимаете, взял аргентинский тренер. При счете 5-12. Ну и в составе сборной Аргентины вот произошла замена. Селина Крус, связующий игрок, ушла с площадки, уступив свое место Рамине Ламос. Сейчас на наших экранах, когда это произошло, затрудняюсь сказать, но, в общем, большого, я думаю, что значения это и не имеет, поскольку игра сборной Аргентины от перемены слагаемых, как говорится, на позиции связующего игрока не изменилась в лучшую сторону. По-прежнему, видите, очко за очком они отдают нашим девушкам неточные атаки. В их исполнении мы видим с незавидным постоянством. И 13-6 в нашу пользу. Ну, как сейчас все эффектно сделала на подаче аргентинская волейболистка. Так развернулась. Молодецки так замахнулась. Но удар-то выполнила неточный. Очень далеко в аут полетел мяч. И мы ведем уже 14-6. Вновь Чеханова на подачу. Выходит. Тем не менее, количество замен в нашей команде, как мы видим, сегодня крайне незначительное. И ограничивается практически единственной привычной заменой Грачевой на Чуканову и обратно. То есть наши связки сегодня в игре уже успели побывать. Ничего не скажешь про таких игроков, как вот Анжела Гурьева, именинница сегодняшняя, или Татьяна Горшкова, ее сверстница, наша молодая поросль, наша надежда, будущее Горшкова и Гурьева. Именно этим я объясняю, тем, что Карполь на них надеется в дальнейшем, и, может быть, надеется на то, что ближе к Олимпиаде в Афинах они подойдут уже к основе нашей команды. Именно с этим связано их появление здесь, на чемпионате мира, их приезд в составе нашей команды. Хотя на данный момент мое такое мнение, я думаю, со мной согласятся специалисты, помочь реально чем-то сборной России две эти волейболисты пока еще не могут. У них все в будущем. Интересный затяжной розыгрыш. И Каролина Костагранде все-таки пробивает наш блок. После вот такого очень долгого розыгрыша это должно быть и особенно приятно, что она сумела завершить вот эти многочисленные усилия, продолжительные усилия подруг по команде и выиграть трудовое очко. Но справились сейчас с атакой Кати Гамовой, аргентинки, посмотрите. И после этого Каролина ударом по линии приносит своей команде уже 10-е очко, по-моему. Сокращается отставание постепенно. Концентрацию, как говорится, терять нельзя ни в коем случае.
И сборная Аргентины, не сомневаюсь, может преобразиться и превратиться вновь в грозную силу, как это было, мы видели в самом начале этого матча. Стоит чуть-чуть нашим только дать слабинку. Возвращаются спортсменки на площадку этого замечательного зала в городе Риза, где проходит матч сборных Аргентины и России. Матч команд группы С предварительного этапа 14-го чемпионата мира. Прямая трансляция на спортивном канале НТВ+. И мы берем 16-е очко. Еще раз нам сейчас режиссеры покажут, как это было. Наталья Сафронова неудачно, прям скажем, приняла, а затем все сделала, как вы видите. Быстро выходи, Пушка, далеко убегаешь, все время опаздываешь и медленно все делаешь. Вновь. Обязательно нужно было забить эти мячи. Три мяча, это не один. Сафрон, сейчас вместо тебя выйдет Гоша. Внимательно, постой высоко. Давайте до конца. Подай обязательно. Прекрасное, с моей точки зрения, вкрапление в этот репортаж. Разговор Карполи с девушками и их между собой. Которые, конечно, проливают для нас свет на многое. Например, мы узнали сейчас из этого разговора, что совсем скоро в составе сборной России появится на площадке Лена Година. И вот эта замена уже произошла де-факто. Наталья Сафронова, удачно сегодня сыграв, прямо скажем, удачно. Большую часть матча уходит с площадки. И, видимо, уже... До конца этого матча мы ее не видим, если только все пойдет, будет складываться удачно для россиянок. Ну, а вот Каролина Костогран сейчас и на блоке тоже успела отличиться. Атаковала у нас не самая, может быть, сильная нападающая Лена Плотникова. И с ее ударом аргентинкам удалось справиться. Ну и Настя Беликова после этого не совсем так же четко, но приносит в центральной зоне на одиночном блоке еще одно очко. 17-е нашей команде. 17-11. Ну вот и Чуканова сейчас задержалась на площадке. Это подача в аут. Без сомнений. Неудачный прием. Воспользуются ли? Да. Аргентинки не простили нам этой ошибки на приеме. И скоростная атака. И сработала связка Рамины Ламос и Микаэлы Вогель. Так и первым темпом. И 13-е очко. И мы видим, еще на что-то надеется Клаудио Куэлла, главный тренер аргентинской команды. Но... В таком случае, конечно, надо подавать. Потому что сборная Аргентины уже достаточно наошибалась и в матче, и в этой партии, в частности. И для того, чтобы попробовать побороться хотя бы за победу в этой партии с нашей командой, аргентинкам надо сейчас, конечно, в первую очередь процент собственного брака, в том числе и на подаче, уменьшить. В первую очередь. Но вот с такими атаками, боюсь, как сейчас мы видели в исполнении Лены Годиной, у Аргентины шансов нет. Никаких. И даже либеро аргентинской сборной только, будем считать, сымитировала вот это движение на защите, на удар
наши нападающие. Третий номер сейчас была в атаке Мариана Канде, выиграла 15-е очко, ну и вновь неподача, 20-15 в нашу пользу, и Ольга Чуканова очень хорошо, сильно и точно, да, оставили в игре. И здорово, как Лена тоже сейчас Плотникова себя проявила, как уверенно она сейчас пошла вот в атаку на этот мяч и нанесла неотразимый удар. Блок соперниц не ожидал. Судя по всему, от Лены такой прыти. Ну и тройной блок, что может быть проще, когда известно, откуда ждать атаки со стороны соперниц. Все три наших высокорослых волейболисты успели сгруппироваться в центральной зоне, дружно выпрыгнули и, в общем, пробиться, конечно, сквозь эти редуты соперницам было крайне нелегко. Ну, ошиблась на подаче, наконец, и Ольга Чуканова на ваших экранах. 22-16 становится счет. Пытались запутать мы сейчас. Да, и все, в конечном итоге нам это удалось сделать. Хотя блок-то аргентинок разгадал намерения наших. Вот там во второй зоне крест мы разыграли, такой скоростной очень. Тем не менее, аргентинки успели подставить руки на блоке. Вот в защите сыграли не лучшим образом. Мы выиграли 23 очко, а Каролина Костагранде отправляет мяч в аут. Все-таки теперь уже, подводя итог всему матчу, можно сказать, что чаще в этом матче она посылала мяч за пределы площадки. Были только лишь редкие проблески результативной игры в исполнении лидера аргентинской команды. Но вот как сейчас она приносит сборной Аргентины 17 очко. В обвод двойного блока. Хороший, условно хороший удар, хорошая атака. Но нестабильно сыграла лидер сборной Аргентины в сегодняшнем матче. И у сборной России, как вы видите, матчболы. Высокая передача за голову на Катю Гаму, чтобы, в общем, закончить все и не затягивать дальше этот матч. Но не удалось. И повторная атака не приносит нам успеха. Что сделают аргентинки? Сильные выстрелы из-за трех метров. Ну и теперь на Костагранде, конечно же. И удар. Удар капитана Аргентины на тройном блоке. Посмотрите, не успела немножко Катя Гаму там пристроиться. Ну, вот на таком разорванном блоке хороший удар продемонстрировала Каролина. И выиграла, принесла своей команде еще одно очко. 18-24. Вновь Катя в атаке. И вновь справляются аргентинки, смягчая удар нашей главной забойщицы блоком. Сначала, потом они в защите хорошо сыграли. И все-таки Катя Гамова завершает эту встречу своим последним ударом в нашу пользу. Безоговорочная победа россиянок в матче 4-го игрового дня 14-го чемпионата мира против команды Аргентины. Мы сегодня играли и одержали сухую победу, убедительную победу 3-0 по партиям 25-16, 25-10 и 25-18. В общем, по большому счету, без особых усилий. Сегодня для вас работал Леонид Сапронов. И всего доброго.